Я приветствую всех. Мы приехали сегодня поохотиться на голубей, попробовать. Немножко только с погодой не везет. Какой-то ветер сильный. Пасмурность, обещают дождь, но будем надеяться, что даст нам пару часов поохотиться до дождя. Ну так что-то накрапывает. Вот там тучка ходит. Уже 7:30, уже в принципе солнце должно было выйти, но пасмурно, поэтому голубь попозже, я думаю, полетит. Надеюсь, погода, что нам даст поохотиться. Мы расставились вот на бывшем кукурузном поле, его уже перепахали. Мы в прошлый раз тут прятались, кстати, на этом поле. Его перепахали, уже успели засеять, вот уже молодая зимка пошла. Ну, я вчера подъезжал, видел здесь небольшую стаю голубей вечером. Ну, будем надеяться, что вечер это не утро, ну, и с утра будет голубей побольше. Посмотрим, в общем, все, вперед, охотиться. Болен. Спасибо. Чива, принеси, принеси. Чива, принеси. Давай, молодец. Давай, давай, давай. Давай, давай. Есть вкусняшка, еда. Угу. Давай, молодец. Отличный первый ряхи. Да как? Капец. Не, вот это промах серьезный, да. Чива, ко мне! Ко мне! Ко мне, ко мне! Давай, иди сюда! Молодец, собака, сиди в скоротке. Летели, да, чуть-чуть? Вообще на дорогу, что ли? Нет, под дорогу, да? Самые каналы, да, сюда. Чего? Ко мне! Ко мне! Thank you.
одного взял, подкрался. О. Сизовевич? Ничего, вяхерь. В общем, не хотят сюда голуби подлетать. Все садятся вот 150 метров. Ну, как магнитом их манят именно в одно и то же место. Я сейчас по канаве подкрался, можно сказать. Подошел, одного сбил. Ну, не знаю, почему они не долетают. Вроде тут, ну, расстояние ничего. И вот все именно в одно место падают. Ну, тяжеловато там идти. Все эти сплетены еще под наклоном таким. Думал, не дойду, ну, не подкрадусь. Ну, как раз вышел прямо напротив. Чуть-чуть они, конечно, дальше сидели, чем чучела наши тут расставлены. Ну, в принципе, недалеко. Ну, и то уже два трофейчика есть. Посидим еще немного, посмотрим, что будет. Лета нету как такового, погода плохая. Очень мало голубей летает. Иди сюда. Ко мне, ко мне, ко мне. Вот на предел, можно сказать, подлетают и потом чего-то начинают отклоняться. Не знаю, что им не нравится. Вроде мы сидим, нас точно не видно. Ой. Вот это тот случай, когда стреляешь и видишь, что мимо. Вот стреляешь, два раза выстрелил и вижу, что мимо стреляю. А третий уже просто со злости. Такой налет и что-то пока результативность вообще хромает. Не знаю, надо поправку на ветер брать. Такой ветер прям задувает вообще. Получается, знаешь как? Не очень удобно. Вот держишь на мушке, пока встал, сильный ветер, он успевает, ну, увидеть, среагировать. Ты, ну, первый выстрел не делаешь по голубю, который тебя не видит, ну, то есть по планирующим. А выстрел уже делаешь по тому голубю, который тебя увидел и начал по ветру уходить. И сложно уже словить его траекторию. Получается, тяжелее попасть. Иди сюда! А ну на место! Место чего? Стрельнул, но остальные вот посадились метров 100. Чего выбежал? Блин, надо было. Заходили вообще четко. Упал. Да.
Упал, да. Я пойду. Не, он упал прям под... Ко мне иди, ко мне! Ну, потом поищем. Он упал вот на съезде с дороги. Крепковатый получается голубь на рану. Вот этот последний, что мы стреляли, только что упал. Ну, в стороне дороги. Отлетел еще метров 150 где-то. Может, больше даже. Ну, хорошо, что увидели, что я за ними смотрел, что увидел, что упал. Так бы пропал бы. Ну, там на чистом поле, я думаю, мы его найдем быстро. Ну вот, буквально чуть больше часа мы поохотились, и пошел такой мелкий дождь, прям все затянуло. Сейчас будем собираться. Вот 5 минут назад я по последнему голубю стрелял, который там упал. И все, ну все, собираемся, потому что промокнем. Лучше в следующий раз. Все. Подписывайтесь на канал, нет, не сейчас. Правда. Вот такая вот охота получилась. Много я мазал сегодня. Можно было побольше чуть-чуть голубей добыть. Но... Несмотря на это, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угоне. Все, побежали, по-быстрому.